Долгожданный праздник весны Ноурус во всей своей красоте отмечается во всех регионах Кыргызстана. Торжественное празднование прошло и в московском районе Чуйской области. Жителями села Беловодск представлены народные песни и танцы, различные национальные игры, щедро и богато был накрыт дасторкон. Аданят бөлім тарауынан шүмелік жазалған, нанды 17 түрі жазалған, еліңіздер, осейіңіздер. Священный обряд «Алаз» был выполнен старейшей женщиной, как это традиционно принято, когда дым от арши распространяется по комнате, принято говорить приятные вещи, желать благополучия и мирной жизни. Малый общественный совет Топкосмос, ошо менен айлык мөтү биргелешип, сүмөлөк жасап, анан кийин азыр айлык мөтүн атынан таратып атабыз. Также на Казани было приготовлено основное блюдо – сумелек. Это вкуснейшее лакомство попробовали все гости. Наряду с национальными играми жители смогли поиграть и в шахматы, и в теннис. Также для детей была организована специальная зона. Мурат Жолукеев, Чингиз Русланов, СТВ.